Строительные работы тут надеются завершить точно в срок. В инфекционном отделении Ужской межобластной клинической больницы обновили почти все. От потолка и окон до коммуникаций. Сейчас на ремонтных работах заняты 60 человек. В одном здании уже завершают электромонтаж, во втором идут отделочные работы. Стационар рассчитан на 90 мест. Планируется, что обновленные корпуса будут открыты уже совсем скоро. Заменили все – трубы отопления, электропроводку, коммуникации. Остались только стены, поменяли даже окна и полы. Открытие с нетерпением ждут врачи. Ислам Тойтонов работает в Ужской областной больнице со дня постройки. Я работаю в нашей больнице 45 лет. Хорошо знаю, что за это время не было капитального ремонта. В подвале была сырость, все системы старые. Сейчас все меняют и делают это быстро. Я очень этому рад. Столько лет мы ждали капитального ремонта. Как обещают, ремонт закончат в конце февраля. На сегодня выполнена почти половина работ. Деньги на ремонт выделили по проекту поддержки Всемирного банка по борьбе с COVID-19 совместно с правительством. Выделили 18 миллионов сомов. Наша больница первой начала принимать пациентов во время пандемии. Ситуация была видна всем. Ждем, что после ремонта будет капитальное обновление. Если будет третья волна пандемии, то мы будем готовы к приему пациентов. Технадзор, что генеральный подрядчик. Всего во время пандемии здесь вылечили почти 1000 пациентов с коронавирусом. Также в Аше была построена еще одна новая больница на 100 коек. Алена Смирнова, Самара Асанова, Эдиль Алиев, Нурбул Таланбек, Улу, ЛТР, Ош.